И бабулечку там... Она осталась мертвая. Там еще, мертвая? Бабулечку разбомбила. Жертв много? Мы не знаем. Не знаем. Есть! Скажите, пожалуйста, вы откуда приехали? С Мариуполя. С Мариуполя? Да. Как вы ходили? Как мы ходили бегом, зато хватались, то и выходили. Да, он что, взяли мы только взяли. Пледы, документы и все. Я с Мариуполя. Городская территория. С Мариуполя. Два часа, да, где-то была, они не ехали. Сейчас вы не скажете. Должны были с часу до 4:00. А мы уже в час пытались от мамы выйти, мы уже не смогли. Это вы имеете в виду зеленый коридор, о котором да, вы объявляли? Уже получается в час дня уже с города начали лететь снаряды, мы просто не смогли подняться, вернуться за дом. Из города стреляли? Да. Дочь так и осталась в Мариуполе? Да. Связи с ней есть с ней? Нету связи вообще. И ни через никак не выходило, да? Ой, вообще в Мариуполе нет никакой связи. Дороги, которые вот можно было проехать проселочными дорогами, они засыпали камнями, и вот, знаете, ветки большие, ну, большой высоты, наложили, что там ни машина, ничем не пойдет. И получается, что у нас, вот мы в доме, ни туда, ни сюда. Многие поддерживают Россию, но об этом никто вслух, как говорится, не говорит, чтобы, как говорится, не нарваться на неприятности, потому что с этими отмороженными разговаривать тяжело очень, себе дороже. Если бы мы сегодня не выехали, мы бы не выжили, я тебе скажу.